Всем доброго времени суток! На ваших экранах очередной мой видеоурок на различные элементы флиппинга. И сегодня речь у нас пойдет о таком элементе, как White Tricky Rollover. Выглядит он вот так. В основе этого элемента среднего уровня сложности лежат такие элементы, как Y2K и Chaplin. Перейдем к выполнению Y3K. Держим нож обратным хватом за опасную рукоять, то есть используем стартовое положение Y2K. Выполнение элемента за безопасную рукоять невозможно. Итак, делаем обычный Y2K, но при ловле ножа после оборота вокруг большого пальца ловим безопасную рукоять не всеми пальцами, а указательным и большим. Вот так. Полисонка переходит в уже знакомое нам положение. Здесь начинается несколько сложная часть элемента. Как только нож оказывается в этом положении, нам необходимо выполнить вертикальный чаплин. Чтобы сделать это, используйте инерцию после Y2K и вот такое круговое движение рукой. После того, как выполним вертикальный чаплин, нож снова окажется в этом положении. Можем открыть. Вот и весь элемент.